В день государственного флага Российской Федерации во дворе дома 2В на проспекте Героев было шумно и весело. Здесь проходил большой праздник, организованный для жителей атомщиками, привычной профсоюзной организацией «Балаковская АЭС» и воинской частью Росгвардии города Балакова. Государственный флаг является тем символом, который объединяет всех граждан нашей страны, независимо от вероисповедания, национальности, возраста, политических убеждений. Он является обязательным атрибутом нашей истории и всех значимых достижений нашей страны. В этот день во дворе звучали патриотические песни, проводились конкурсы и мастер-классы для детей. Начались торжественные вышествия с флагом. Участников приветствовали руководители Балаковской АЭС и воинской части Росгвардии. Студенты губернаторского колледжа устроили анимационное представление с уличными активностями. Гости праздника рисовали на асфальте, разгадывали ребусы, состязались в шахматах и шашках. Помогали организаторам ребята из Совета юниоров Росатома в Балакове. Сами жители говорят, что их двор очень дружный. И в этот день государственный флаг объединил сразу несколько поколений балаковцев. Ростовые куклы младшие очень понравились. Дети у нас с удовольствием пластилин лепили, тоже им очень понравилось. Знаете, как-то необычно. Вроде вышли погулять, мы вообще вышли на велосипедах покататься с семьей. И так попали на ваш праздник. Очень понравилось. Сплоченность коллектива, сплоченность народов, сплоченность России. Вот такими маленькими шажочками, так сказать, мы укрепляем наше единство. У нас много праздников, но вот такие патриотические праздники нам сейчас особенно необходимы для того, чтобы сплотиться, для того, чтобы понять друг друга, для того, чтобы поддержать друг друга. Это очень важный символический праздник для наших детей, чтобы они знали и понимали, государственный символ – это очень важно. Ярким завершением праздника стала лотерея с памятными призами от Балаковской АЭС, чему особенно рады были дети. Им выдавали номерки за выполненные задания, и каждый хотел получить подарок за проделанную работу. Ну а сладкие подарки от атомщиков и бело-сине-красные ленточки – символ праздника – получили все ребята.